в Нижнем Тагиле, в подъезде одного из домов на улице Гвардейской, старушка, поднимаясь вверх по ступенькам лестницы, споткнулась и упала, притом крайне неудачно для здоровья. Голова женщины попала между прутьями перил, поранив несчастное лицо и проткнув пенсионерке плечо. Соседи услышали стоны в подъезде, вызвали спасателей. И те гидравлическими ножницами разжали прутья и вытащили из подъездной ловушки пенсионерку. Врачи скорой доставили пожилую женщину в больницу. Обычно шаловливая детвора просовывает голову между прутьями перил и вытащить обратно не может. Но произошедшее на Гвардейской необъяснимо и драматично.